Александр Евгеньевич. Заключительный день удался. Ну, на самом деле было представлено много организаций, которые развивают водные виды спорта, может быть, которые развивают песочные виды спорта, пляжный волейбол, пляжный теннис. Вот ребята боксеры поддержали, тарелки кидали, регби на песке. То есть всем спасибо огромное. Я думаю, что праздник удался. Конечно, было сомнение по погоде, но погода, как оказалось, самая удачная. И не жарко, и не холодно, дождя не было, хотя показывали все 10 дней, чтобы выиграть. Поэтому праздник удался. Спасибо Вару Лето, спасибо всем партнерам, которые дарили подарки. И я думаю, что до следующего года. Но вот многие увидят и скажут снова, что где же был анонс, мы опять ничего не знали. Мы... Многие люди захотят. Вот так обычно бывает. Красиво, да, праздник был? На самом деле мы пиарили в наших социальных сетях, на сайте управления спорта. Вся информация проходила. Наверное, надо почаще заходить и интересоваться. Возможно, люди, которые быстро хотят найти информацию, пытаются в таких пабликах массовых искать. И, конечно же, вот хотят, чтобы больше анонса просим вас в следующем году. И всегда это место будет закреплено, да, чтобы люди могли прийти? Мы ориентируемся по месту, по ситуации, потому что очень много, конечно, рисков возникает при организации этих мероприятий, потому что если был бы дождь, конечно, бы мы, скорее всего, переносили бы либо другой день, вот, поэтому... Другое место, да? Много, да, нужно момент увязать. То есть это не так, что если дождь, пошел в какой-то зал. Спасибо ребятам, которые впервые взлетали в воздух напором воды. Интересно смотреть. Зрелищно, да. Спасибо вам за организацию. Скажите, вот видны, водные виды спорта, так же, как и песочные, они в основном есть бюджетные, да, бюджетные? Или, конечно же, коммерческие в основном остаются в городе, они доступны, семьи многодетные. Что, как вы работаете в этом направлении, чтобы сделать доступным? Они, конечно, очень модные. Организатором была муниципальная школа «Жигули», которая, в принципе, показывала и пару, паруса, ребята катались и гребли, и гребли на каноэ. То есть эти все занятия, они проходят в сентябре месяце, нужно интересоваться, записываться с определенного возраста, детей записывать, и, соответственно, они начинают обучаться водным видам спорта уже специализированно. Может быть, они не так ярко представлены в плане, что это бюджетная, да? Да, это бюджетная муниципальная школа, конечно. Муниципальная бюджетная. То есть из коммерческих здесь, возможно, были, да, организации, конечно, коммерческие? Коммерческие, много коммерческих. Много коммерческих, которые только ребята, то обучают на коммерческой основе. Обучают, да, обучают. Да, ранее рассказывали, как они это делают. Когда есть спрос, возможно, конечно, пока они коммерческие. Спасибо вам. Все. Праздник удался. До свидания. До свидания, успехов, да.